Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп. И рассмотрим сейчас два товара, представленных в нашем интернет-магазине. Это два якорных рыма. В чем их отличие, мы сейчас посмотрим. Один якорный рым у нас выполнен с колесиком, который поможет безопасно спустить якорь под воду и поднять его обратно. У второго, как видите, есть конусообразная с зубчиками ложбинка, которая будет фиксировать веревку и поможет избежать повреждений вашей лодки. Профиль у нас данный включен вот такой. При необходимости можно замотать якорную веревку и зафиксировать якорь на нужной глубине. Размеры основания у двух рымов одинаковые. Это 110 мм, 150 мм. Высота. Здесь у нас 55 мм. Здесь максимальная высота у нас получается 75 мм. Понравилось видео, ставьте лайки. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.